Спонсор программы – управляющая компания Dimex. Спортзал и на футбольное поле Кирилл бежит с удовольствием. Занимается самозабвенно, с азартом, себя не жалеет. И чем больше будет спорта в жизни Кирилла, тем лучше. Уж больно шустрый парень растет, энергию его надо направлять в нужное русло. Также у нас футбольная команда при детском доме, в которой он тоже участвует, занимает свое место, достойно выступает в играх. Подает какие-то вообще в спорте? Подает надежды и в дальнейшем может стать неплохим футболистом. В школе успехи у Кирилла пока скромные. Сам признался, что усердием не отличается, но любимые предметы имеются. Физкультура. Технология. ИЗО. ИЗО. Ты рисуешь хорошо? Не очень. А чем тебе его интересно? Рисовать там что-нибудь. До детского дома воспитание мальчика занималась в основном бабушка. По характеру он не маменькин сынок, нет. Бойкий, шустрый, свое возьмет, да потом не упустит. К бабушке в гости ездить любит, по ней скучает. Летом там траву рву. Бабушка старенькая? Да. А так по хозяйству что помогаешь? Или приезжаешь там и бегаешь с друзьями? Дома убираю. В уборке помогаешь. Готовить умеешь что-нибудь? Чуть-чуть. Что можешь приготовить? Не знаю. Если бабушка все у нас болит. Не знаю. Ну что, яичницу пожаришь? Да. Картошку пожаришь? Да. Вообще Кирилл всю свою родню помнит и ни на кого зла не таит. Сердечко у него очень доброе, сам он положительный. И дети к нему также откликаются с добром. То есть они его любят, как от него идет тепло, они ему это же дарят. Кирюша у нас уже 2 года. Сам по себе мальчишка очень открытый, добрый, порядочный. Очень много имеет друзей. Ну, особое вот желание у него, конечно, это футбол. Он обожает футбол. Они выезжают, занимаются с футбольной командой Ростов. То есть для него это... большое подспорье, когда им занимаются именно спортсмены, да? Вот. Любит математику, любит читать, любит учить наизусть, но оно ему дается легко. Память у него прекрасная. На помощь приходит всегда, даже без просьбы. Вот. Руками умеет все делать, любую работу. Что помыть, что вытереть, что постирать, что смастерить, что переставить. В этом плане он у нас молодчик. О себе мальчик говорил, смущаясь и самокритично. Какой у тебя характер? И не хороший, и не плохой. Ну, объясни. Ну, какие хорошие черты у тебя есть? В каждом человеке есть хорошие черты. Доброта. А воспитатели говорят, что он еще и веселый. Может повести ребят за собой, в него влюбляются. Чего ты так мало улыбаешься? Ты вообще такой серьезный? Нет, нет, он вообще хохотун. Хохотун, а тут прям... Он просто переживает, да? Кирилл, 2003 года рождения. Мечтает пойти с отцом на рыбалку. А ты пробовал когда-нибудь рыбу ловить? Где, когда, с кем? Получалось у тебя? Да, с друзьями. На удочку ловили? То есть это дело тебе нравится, да? Да. Он сам добрый, но теплоты ему еще не хватает. Он ее раздает свою... а обратно меньше получает. Поэтому, может быть, ему еще тяжело в этом плане по жизни. Если вы хотите получить более подробную информацию о мальчике, обращайтесь в Министерство образования Ростовской области по телефону 240-49-47. Телефон редакции 200-25-15. Ведущая рубрики Наталья Авхадеева. Спонсор программы – управляющая компания «Dimex».